дают, а потому что мужчина, то, что для него счастье, ну я не беру как бы вот ту ситуацию, когда люди только встретились, а потом чуть попозже. Вот для мужчины счастье – это когда женщина верит ему, рада ему очень, заботится, служит, нежно себя ведет, верна. Я описываю мужское счастье. Все это является аскезой для женщины. Понимаете, женщина очень внимательна по природе и очень сильно склонна видеть и запоминать надолго недостатки мужчин. Вот понимаете, она уже про тебя все знает, уже все твои недостатки знает, и при этом ты хочешь, чтобы она вот так на тебя смотрела. Это же аскеза, вот понимаете, она все знает, как бы вот она должна. Да, мой хороший. Представляете, как ей тяжело? Она все знает, причем женщина вообще, ну, любой человек, женщина склонна верить все-таки в мужскую чистоту, мужскую силу, благородство. То есть она, мужское начало, женщина в основном верит. И она это видит все в других мужчинах. Вот. А в моем, как бы, этого не хватает. Понимаете? А он-то чего ждет? Он и готов быть богатырем, если как бы она ему говорит, да, мой хороший. А она готова вот так говорить, если он богатырь. Понимаете, то есть каждый готов сначала стулья, потом деньги, да? Вот. Каждый готов сначала получить товар, а потом платить. Но никто не хочет начинать первым. Видите, а вот, допустим, счастье для женщины совсем другое. Вот это то, что я перечислил, вот это прыгать на задних лапках, как бы заботиться, быть верной, соглашаться со всем. Это для женщины аскеза мужчины, понимаете? Он говорит, что тебе трудно, что ли? Конечно, трудно. Это аскеза для нее, все. Говорит, другие женщины вообще как бы без проблем вот ей приготовить там, любой женщине приготовить не без проблем. Понимаете, потому что надо делать все аккуратно, у них психика аккуратная, им надо там все сделать так, чтобы было красиво, вкусно. На это уходит куча энергии просто. Я правильно говорю, женщины? Куча сил просто уходит, не без проблем. Тяжело. И вопрос, понимаете, и женщина, она мотивируется только любовью. Вот мужчина может из силы воли, там, я все смогу, я клятву не нарушу. Он там может просто силой воли заставить себя что-то делать. Ну, допустим, если он силой воли заставил себя приготовить. Что, это будет вкусно, что ли? Нет. Вкусно означает любовь. Нужно вкладывать любовь. Понимаете, а чтобы вкладывать любовь и готовить с любовью, нужно, чтобы человек к тебе хорошо относился. А если он плохо относится, ну, нет никакого стимула готовить. Ну, просто нет никакого желания, а надо. Понимаете, это вообще еще в два раза более тяжелая аскеза. Понимаете, женщина, когда она без любви что-то делает, страшно устает потом после этого. И потом у нее отвращение даже к этому ко всему возникает. Она уже боится даже, что опять надо готовить, потому что, ну, для кого? Что он такого для меня сделал, чтобы я вот заботилась о нем? Понимаете, вот такая ситуация. Теперь женщине что нужно? Ей нужно немного. Да, женщина говорит, мне вообще немного надо. Мне надо, чтобы очень по-доброму, нежно, ласково человек со мной себя вел, всегда выслушал внимательно, видел передо мной не фигуру, как бы, а человека. Не вот это, не форма, а человека видел, у которого есть настроение свое, свои желания, какие-то потребности. Я не женщина, я правильно рассуждаю, да, женщина? Или нет? Вот. И я хочу, чтобы он, ну, защищал меня, потому что я такая хрупкая всякая, у меня беспокойства разные. Он должен меня постоянно успокаивать, защищать, потому что мне тяжело же так просто жить. Должен гарантии давать.
Вот я как бы забеременею, я стану такой беззащитный, ребеночек еще появится маленький. Должен гарантии давать, что не закобелится в этот момент. Вот так женщина настроена. И все, что я перечислил для мужчины аскеза, мужчине очень трудно по природе просто вот так ля-ля, тру-ля-ля разговаривать, понимаете? Очень трудно. Это он так может, когда он хочет девушку замуж взять. Он может как бы хитрить, понимаете, так ходить и так. Ну а потом как бы уже все замужем, что хитрить-то? Ему трудно потом уже как вот и так. Да, моя хорошая, понимаете? Он ну, не такой человек по природе. Вот девушка, допустим, взяла девушку, видела подружку, говорит, ой, моя хорошая, обняла ее, поцеловала. Как у тебя дела? Общается друг с другом, нежно, очень ласково. Ну, представьте, мужчина такой, подбежал к мужчине, другому, обнял его. Ой, как у тебя дела? Мужчина подходит к мужчине, раз, как дела, нормально, молодец, супер, рад тебя видеть, ну что. Понимаете, у него другая природа совсем, он по-другому устроен человек.